здесь можно купить в магазине готовую еду, если вам нужно быстро, нет времени что-то дома приготовить, можете купить здесь готовую уже еду. Разные вещи здесь есть. Разные салатики, оливье, ну, разного вида, типа оливье. Да, тоже есть какой-то, ну, самопалочек, кранечка, да. Винегретики разные, ну, такие, на скудные. Вам нужно быстренько что-нибудь купить, готовить неохота или нет времени, вы можете здесь купить таких готовых. А сейчас самое интересное, здесь это все холодное, закуски, а можно купить... Кстати, цены. Да, а можно купить, вот горячие здесь идет. Можете купить горячие тоже. И самое интересное, очень удобно здесь купить готовую жареную курицу. Сейчас я покажу. Вот я купил. Прям покупайте готовую жареную курицу и все. Дома особенно готовить, тогда вам не нужно в этот день. Вот они. Вот они, жареные курицы. Вот я купил сегодня. Вот, так что... Вот так. Надел готовую одежду. А это крупная сеть. Такая Фортинос. Вот здесь тоже при них есть такой магазинчик. Вы можете купить готовую еду. Там же покушать, кстати. Вон купили тоже жареную курицу. Здесь даже есть винный магазинчик, сейчас я покажу. Вот винный магазинчик. Нет, это разные фотографии принтуют здесь. Фотографии можно сделать. А вот винный магазинчик. Вот винные дела. Винный магазин. Разные. Это все Фортинос. Очень крупная сеть, да, очень дорогая. Наверное, такие, да. Фортинос очень дорогая сеть. Цветы вот здесь на входе прямо. Так что вот так, такие дела. Купили курицу, пошли домой. Пока-пока.